Город Бусана, Лигурия, Италия. Продается вилла. И всего 3 года. Новая. В очень тихом месте. Бусана находится между Сан-Ремо и Арма-ди-Таджа. Поэтому все очень близко. Первый раз за все мое видео, которое я снимал, вижу нормальную детскую площадку с мягким асфальтом, чтобы дети могли играть. Начнем. Вилла немножко недостроена, имеется в виду снаружи. Снаружи, ну тут здесь нужно посадить траву, сделать ирригацию. Вот здесь, где пустырь, на самом деле это щиты лежат поверх поверх бассейна. То есть там уже внизу бассейн залили бетоном, да? Вот. И сверху просто прикрыли. Бассейн 15 на 8 метров. Очень большой. Там тоже осталось мозаикой его обложить, провести трубы. А так уже основное залили и сделали. 18 соток земли. Дом состоит из 2 этажей. Первая жилая зона, вторая нежилая зона. Это зал с камином. И выходом на террасу. Везде подготовка для того, чтобы установить кондиционеры, сделана. Кухня. Все из дерева. Встроенная техника есть тоже. 2 ванные комнаты, 1 ванная комната с ванной. Другая с душем. 2 спальные комнаты. Здесь уже развит небольшой фруктовый сад. Кстати, груши, яблоки, помидоры там растут. Еще 1 спальная комната. Общая площадь где-то 290 метров квадратных вилла. Где мы сейчас были, жилая площадь 140 где-то метров квадратных, нижняя 150. Внизу гараж, постирочная. Красивый вид на старую Бусану, которая землетрясение разрушило 100 лет назад где-то. Очень тихая зона. Запрос 650 тысяч евро. Думаю, небольшой торг мы устроим.